got a $30 donation from Sterk. No comment. But again, thank you so much for the donation. Что можно рассказать Дорана? Потише сделай. Данная категория возможна только на Nintendo Wii. То есть на системах Nintendo. Ранят почему-то только на Nintendo Wii. Но Amiibo, вот эти вот игрушки, которые воспринимают систему. Может не только Wii воспринимать. Видимо, для удобства ранее только владельцы Nintendo Wii. И получается... Не видел, на что задонатили, с какой будет головой. Или мужской, или женский персонаж. Раннер, это мы увидим при выборе. Будет слаб мог. Угу, не зашли. Чем отличается обычная категория от вот этой категории? Данная категория за счет игрушек разблокирует дополнительный контент. И рыцарь получает дополнительное... 9 реликвий, которые нет в обычной игре. За счет этого многие уровни проходятся очень быстро. То есть совершенно другой ранг. Он не может быть какой-то общей категории, он идет в отдельной категории. То есть там можно использовать 12 стандартных реликвий и плюс 2 из них будут двух рыцарей из DLC и плюс 9 новых. В итоге 21 общая реликвия у начального рыцаря уже открыта. Ему даже не надо побеждать боссов и собирать с них реликвии и там сундуки какие-то искать. В магазин заходить. Он просто бежит и бежит и бежит и бежит. Не меняет ни доспех, ни скрытые уровни не проходит. Ему это конечно ничего не нужно. Он даже многие механики уровня будет пропускать только за счет вот этих читерных 9 реликвий. Использовать будет не все, в основном основные только 4 у него будет. Местами еще пару штук будет делать. Но основные у него до босс-файтов, да, вот просто на чтобы уровень проходить быстро, у него будет 2 клинка. Один поднимает его вверх, другой позволяет ему лететь бесконечно вперед. То есть это оружие а-ля босса с воздушного уровня, летающего рыцаря, только там на короткую дистанцию позволял клинок лететь, а этот позволяет лететь бесконечно долго, пока он не встретит препятствия. И такой же клинок только позволяет лететь бесконечно вверх, пока не отпустит кнопку, либо не встретит препятствия также. Still setting up for Shovel Knight Treasure Trove coming up, but did want to remind everybody about our sponsor, the Yeti. The Yeti has been sporting Games Done Quick events since 2012, and they are the official t-shirt sponsor for Games Done Quick. If you want to get official GDQ tees, go to www.theyeti.com.
Mr. Cab 55 fittingly donated $55. No comment, but again, thank you so much. Got $30 from Fisolino, says, remember no comment, and also the no comment, no comment. Кьювак не второй, а третий. Although there aren't a lot of people in the audience right now, there are a ton on stream. Have fun. And another $5 comes in from Anonymous, and they say, just want to say heart in the chat. You guys are amazing. A less than three heart, just for that clarification. Комментить будет шарящий человек, но не в этой категории, потому что эта категория только для Nintendo Wii, и чтобы ее ранить, нужно Nintendo Wii. Я не могу быть на 100% рассказать реальные вещи. Могу где-то ошибиться, но это очень маленькая будет вероятность, потому что в основном ран очень похож на ран обычного лопатного рыцаря. Просто за счет новых реликвий он в разы быстрее. Что делают реликвии, там понятно без слов. Если посмотреть не один, не два раза этот ран, к примеру, если что-то упустил. Чучат, какие ставки, сколько она уже съела? Камера бы чуть-чуть правее, левее. Alrighty, and with that, we are going to throw it over to Munchie Koopas running Shovel Knight Treasure Trove. Take it away. All right. Good morning, everybody. I'm Muncha. Joining me is Uranium Anchor for moral support. Yes. Так, и начинается ран. Is Nick Wozniak, principal artist of Yacht Club Games. Woz, how you doing today, buddy? Как всегда, будет заново новый аккаунт создавать. Well, we're going to play some custom night. Тут прописано в правилах. You know, this is my custom night from the Amiibo. I have the body swap setting ready, so there's our donation incentive. Just wanted to get that out of the way. Да, у рыцаря изначально силы
Чем много рыцаря есть из спектрального? Alright. So I'm actually using three different controllers in this, three if you count the Wii mode anyway. But I'm playing on Wii U. То есть двойной прыжок и прыжок. С помощью Чумного, да. Заряда это у него присутствует с начала игры. Вот клинок, который позволяет нам бесконечно летать. За счет прыжка, заряженного от Чумного рыцаря, двойного прыжка и двух клинков, многие уровни будут проходиться просто на ура. Просто за пару секунд. Даже минуту не потратить. Как первый, вот минута 25, и он уже будет на боссе. Чарджер это использовал, зарядил лопату. Чтобы бежать и разрушать все блоки. Бежит в Airholder данной категории, делает скип. И минута 24 он на боссе. Использует клона. Новая реликвия. Рыцарь сделал прыжок, обычно он не успевает ничего сделать. Вот как работает клон, он вызывает клона, и он тратит по одной единице маны каждую секунду, пока существует. Клон на определенном расстоянии появляется, как ниндзя гады, например, и повторяет действия основного рыцаря. Yeah, it's cool. It was fun putting him in those weird poses. He has the bomb version if you. Зашел в город и ушел из города. Потому что ему не нужно ничего покупать, абсолютно. Он просто будет бежать. I like his pose when he's doing the infinite dagger because it just looks like he's being like pulled through the air really hard. I really like the other dagger. I don't know if you ever use it, but the rising dagger. Yeah. It's hard for me to remember all the names because there's like 30 relics, right? I forget how the final count get from unlocking everything, but there's a ton. Yeah, but some of them are in this. I like the animation of him going through the flip door, but mostly I like the animation of Plague Knight going through that same flip door. Yeah. Все противники по возможности скипаются. Got hit by the rat. What do I немного промахнулся. Aww. If you jump right, you don't get hit by the blitz steed, but hey, stuff happens. How dare you not have a perfect run. And let it rip. Тут он специально немного остановился, потому что если бы он сразу бы нажал, как мог лететь, его бы чаны просто славой задержали. Ну и король. Второй после Черного рыцаря самый слабый рыцарь. Босс. Вот вторая реликвия была, новая. Посох. Она действует как стандартный посох у Шоу Кнайта, который выпускает фаербол. Но она не выпускает фаербол, выпускает зону взрыва сразу перед героем. Сектор из 9. Маленький взрыв. Again, I'm just going to be using a lot more of the Infinite Dagger and like bomb bursting through rooms going at lightning speed. AJ, do we have any donations we could read off briefly? We absolutely do. We actually have Короля рыцаря убили. Прошли к призрачному рыцарю. В обычной категории очень надоедливый босс. Суть его здесь не меняется, он также будет надоедливым. По времени просто больше, наверное, занимает, чем все остальные боссы. Если опыта мало, то с этого босса начинаются
начальные раннеры и ресетать. So have we explained what this Shovel Knight is, what the custom knight is? I don't think we have. Суть того, что он не стоит на месте, а телепортируется. Из-за этого убийство его затягивается. You activate custom knight, and now every gem that you get adds a little bit of experience points to Shovel Knight. Пришлось заюзать два артефакта, шестеренку даже дают. Не попал в тайминги, потому что жаб. А если не попасть и убить их, а самому не успеть зайти на платформу, ему придется выйти с локации и зайти снова, чтобы они снова появились. Потому что платформа опустилась, нужен вес больше, чем один рыцарь. То есть должен быть какой-то моб. Oh, I do the run with a fully leveled amiibo, so I have everything from the beginning. Right. You have everything. You have all the costumes. Думал сохраняться или нет? Не знаю зачем. И вот призрачный рыцарь. Вот стандартный посох работает вот так, он показал. Теперь он, скорее всего, изменит на взрыв. Решил просто лопатой. Вот взрыв, да. Поменял на клинок, который поднимает его в воздух. Он выглядит вот именно вот так. То есть красный клинок поднимает вверх до встречи с препятствием. Это сделано, чтобы поймать щитового рыцаря с бонус-левел. Как только он ловит щитового рыцаря, бонус-левел заканчивается. По-другому бонус-левел никак быстрее не закончится. Но я не думаю, что он успеет вовремя, как обычно. Еще не... Даже в ранее не успел ни разу еще поймать его, так? Тут надо считать, сколько секунд должно пройти до того, как она опустится. А он это не считает, он просто забивает на этот момент. Единственное, время замедлит, когда да. Когда рыцарь, да. Ну, смотри, успел почти вовремя. I'm supposed to jump and bomb burst off screen, and sometimes it doesn't want me to jump. I'm sorry. Will you get another chance? I will get several more chances. Coming up next is Exploratorium, which has a few global cycles, so what that means is that once I enter the level, stuff in the level starts moving. It doesn't matter as much for Custom Night, but it's still something to be aware of. Так, собственно, идем к чумному рыцарю. Боссы точно такие же, как в обычном шоу, когда проходишь за лопатками. Использовал перчатку, чтобы разбивать блоки по прямой. Это быстрее, чем просто передвижение. Не помню, как сфера называется, тоже бонус. Вот там. Это частенько тоже будет юзать данную сферу на боссах. Это как можно сказать, мяч, который летит и рикошетит. По дуге летит и рикошетит от всего. Пока не упрется в стену. Пол ему не помеха. Определенное количество секунд он рикошетит, потом пропадает. Успеет до превращения? Нет, не успел. Потратил пару секунд. Обычно он в разы его быстрее убивает. Но это марафон. Вот как работает клинок, который вверх поднимает. Visual thing, and we had a bunch of ideas coming around for like how we could do that. Oh, getting pulled out of the air. Yeah, if you go low enough, you don't get hit. Три раза задели бомбы, которые в принципе не должны ее задевать. А любой фейл или невнимательность может привести к смерти. Будет использовать посох взрыва, да. И если босс далеко отбежит, переключится на зеленый сфер. Like, really like,
you can bring it over to your friend's house, and like your build is like way different than theirs. Ну, обычно после переключился, ну, тоже вариант. You can actually play this multiplayer. Меня потренировал отдельно босс файты. Немного изменил стратегию. You can play with two custom knights playing with each other, and it's a lot of fun. Because a lot of those relics like mess with each other, like you know, like you can. Все эти босс-уровни избежать нельзя, потому что они... Каждый босс-файт открывает часть карты. Вот сейчас вот он подрался с Чумным, открылась часть локации. Мини-боссы ему не интересны. Все остальные босс... левелы с боссами из Ордена проходить должен обязательно. Интересно, что игра за Чумного и за Призрачного рыцаря, у них свои компании, местами со своими боссами, со своей историей, со своими бонусами. В общем, интересная игрушка. Всем советую купить. Полное издание. Скоро выйдет продолжение. Ждем. Продолжение и дополнение. Не знаю, дополнение всем выйдет или всем. Вот сундук Честера, кстати, в обычном прохождении там продаются бонусы. Реликвии покупаются. Он есть как в городе. Но чтобы в городе появились все реликвии, которые ты не купил раньше, нужно на уровнях находить сундуки. Первый появляется вот у короля. О, стандартное убийство. Не видел до этого. Тоже в ранах, чтобы он юзал перчатку на рыбе. Обычно по-другому убивал. То есть, что появились бонусы, которые ты пропустил, но хотел бы купить в будущем, тебе нужно их найти на уровне. По-другому они не появятся. Чуть не упал. Сейчас бы начал с самого начала, потому что он не сохраняется в основном на уровне. А не юзаешь чекпоинты, начинаешь с самого начала. Чекпоинты все вручную юзаешь. Даже летит без лопаты, опасается, да? Без клинка, то есть, летит. Обычно вот так он проходит. Так, мы вводим уровни и пришли к алчному рыцарю. Он обычно умирает до того, как призовет сундук. Да. Максимально легкий босс. Наравне с королем. Yeah, sort of a boss killer. Yeah, I blinked. Can you do it again? No. Если уклониться от начала, времени потеряешь. I'm so used to the relic order from regular Shovel Knight that I get confused when things aren't in the same spot they are when I'm trying to quick swap with the shoulder buttons. Yeah, I see that. So it. Так подземным пойдем сейчас, наверное. Like, oh, да, yeah, подземным. Like right now. Подземный рыцарь. Похож на крота. Механики как у крота. Пухлый такой же, как крот. В доспехах просто. Может, он и есть крот. Кто скрывается в доспехах, нам не показывает. Вот два раза промахнулся. Но все равно это нормально быстро. Быстрее, чем просто ехать на жуке. Просто обычный шоу не может себе позволить никак по-другому проходить. О, он вычислил, где как рыбка появляется. В прошлый раз он не знал, как рыбка появляется, и раньше отпускал кнопку, а теперь по прямой просто прилетать умеет. Практикуется? Sorry, it's so stressful to watch you do this and talk about stuff at the same time. I gotta like look away. But yeah, we've been working on the game for so long that I feel like. То есть вычислили расстояние, на котором нужно лететь от земли. In my brain, like, oh yeah, this is what like you know the
В обычном прохождении лава — это смерть. Поэтому она бы тут проходила с помощью зеленого желе вот этого. О, вообще повезло вообще. Чуть-чуть бы и умер. Еще один босс, довольно легкий. Но единственное, что он метается из стороны в сторону, затягивает свою смерть. Он даже успеет блоки, да, призвать? Вот. Успел призвать два блока. Обычно до блоков тоже убивает, так же, как и тот. А так же, как Алчин до сундука. Опять бонус левел. Сундук дает нам понять, что это бонус левел, музыка тоже меняется. Это, по идее, сны Шоу Кнайта, лопатного рыцаря. И в этом сне он должен поймать свою тянку, скорее всего. Если бы, конечно, поменяли тела, было бы забавнее смотреть. Ну так как мы играем за сурового лопатного. Значит, ловим свою напарницу. Вот видите, не успел. Клинок поменял, но его не пользуется. А в этих сундуках рецепты на повышение планки здоровья. Так как мы в город не приходим, и к кулинару их не относим, то смысла их подбирать нет. Доспехи у кузнеца не покупаем. Реликвию Честера не покупаем. Ноты не сдаем. Часть контента игры пропускаем полностью. Он даже тут вычистил, молодец. По красоте. Да. Лишь бы какое-нибудь копье в спину не получить. Или на шипы не сесть. Да, использует перчатка, потому что это максимально быстрее будет, чем лопатой. Отвратительный уровень, как для спидрана, просто части, обычный. И он умер. Не сориентировался. Встретил препятствие, оттолкнулся, разбил блок. И так как второй прыжок не сделал, умер просто. Ну поэтому я говорю, что это такой самый безопасный уровень. Тут мало того, что тут скользит, ну как обычно, ледяной уровень. Он даже чекпоинты юзает, капец. Опасается. Ну правильно делает, конечно. На марафоне. Да, здесь много скрытых локаций. С едой там, которая пополняет здоровье. То есть вот этот пол, который льдом покрыт, он скользкий, с него можно соскользнуть. Ну и мы у босса. У полярного рыцаря. Жалко, тела, конечно, не сменили, но они намного, и некоторые боссы красивее выглядят, когда они не в теле сурового мужчины. Это максимально быстрый босс, насколько это возможно. Даже не успел разобрать всю суверену. Один фрагмент, один такой. В самой игре много отсылок к разным играм. На PlayStation, к примеру, здесь есть босс-файт с Кратосом. На ПК открыт босс-файт, такой же, как на Xbox. Это арена, которая создан целый уровень
из Battletoads. During the time we were developing this, it was after Plague of Shadows, so like, the abilities... Уровень из пяти частей, в котором бьешься с жабами. Там и турбо-тоннель, и босс-файты с жабами есть. И падение это на нитках. Мемный. И из награду они тебе дают, помимо того, что деньги дают, еще и броню свою дают, которая увеличивает лопату рыцаря. Дают, делают такие же ноги здоровые. Пропускает основную механику этого уровня, по которой проходить пришлось бы за счет, опять же, своих реликвий. Слишком низко летит, он не сможет подняться, да. Ну, решил после его вида. Просто за счет зарядов. И берет, да. Чекпоинт, видишь. Потому что время не резиновое, боится зафейлить целиком ран. Практика, но бывает, да. Действия противника не всегда можно предугадать. Custom Knight kind of foreshadowed is the like Shadow Knight thing. I actually will be using that in the boss fight coming up here. Oh yeah, the one where you project yourself forward. Yeah. Мы поднимаемся наверх, и там нас ожидает босс файт. While I do this auto scroller. Sure thing. And by the power of the Shovel Knight amiibo, AJ's actually been relieved. So hi, I'm Jay Hops. But we have $5 from DJ Does Twitch 192. Says putting my train donation towards the Super Punch Out blindfolded race. Early morning train hype. We also have a $50 donation from Anonymous. Says so glad to see GDQ supporting able gamers and just as excited to spend my weekend watching runs. Специально переключает на шестеренку, потому что она ваншотает босса. Первую стадию босса. Это инженерный босс. Он не просто так назван. Первая стадия у него шуточная, можно сказать. Там забавная музыка была бы. Но просто не успели показать. Снова включает клона. И шнурует босса, шнурует. Так как он призывает клона, то рыцарь сам не атакует в итоге, когда включает клон. Он рукой дает команду клону, и тот делает действия, какие бы делал попадный, то есть использует бонусы. То есть вот если он будет юзать шестеренки, фаерболы, это все будет пользоваться клон, но сам рыцарь атаковать не будет. Так, и к воздушному идем. Тоже наравне с ледяным, довольно мерзопакостный левел. По скорости прохождения он очень долгий. Потому что обычным рыцарем так все не пролетишь быстро. Тебя просто сдует. Ветер, который здесь присутствует повсеместно. Он иногда будет выжидать, да, чтобы убить противника, которого никак не скидывает, который просто мешает пройти. А тут местами, если он зафейлит маленькое действие, он просто на шипы сядет и все. Мини-босс кораблик. Заюзал сразу два бонуса, тоже первый раз вижу, чтобы он юзал сразу одновременно два. Шестеренки летают так же, как у инженерного босса у юнита. Из пистолета, который выпускали. Описывают круг по часовой стрелке. Куда смотрит корабль, то есть вот было про часовой. Ой, рыцарь смотрит куда. То есть по часовой он запускал. Две подряд шестеренки. Две сферы и просто лопатами добит. Сейчас он не может продвигаться вперед, потому что там есть один юнит, да, вот этот, который сдувает, его никак не скипнуть. Его надо дать на убить, а потом можно скипать левел. Ну, может, по трайхарде. Радуга из глаз ему будет. Радуга, где? Давай. Не хочет она показывать, да? Ну ладно.
Сосредоточен на забеге. Definitely more than I've played it. More than probably anybody should, but you know what? It's fun. Ow, what a mean rat. Мог умереть, да, опять. Так, здесь будет неуязвимость юзать. Не юзает клинок, клинок, который по прямой летит. Юзал стандартный клинок данного босса. Да, неуязвимость юзает, чтобы не сесть на шипы. Потому что когда тебя насаживают на куле, никакая броня не спасает. Это смерть. Стандартный клинок будет юзать, да. Летающего рыцаря. Просто максимально быстро будет убийство с его помощью. Он просто перелетает из стороны в сторону. Так. Ну и якорями, да, добьет. Красиво, красиво убил. Босс даже провалился в пропасть. Четко. Thank you. He unfortunately flew to the right because I hit him too early, but hey, saved it with the rest of the rounds. Новый бонус левел опять. Так, это память не изменяет, мне последний бонус левел. Всего три. Ah, all right. Would everyone like to count with me? This is the third dream, and Shield Knight will appear after 13 spears are thrown by these nice gentlemen. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, считаю специально. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Почему мы выясняем это сейчас, и мне непонятно? Да, да, 13. Почти попал. I'm very thankful for that too. The other dreams, I just kind of have to watch the screen and be like, all right, the enemies are kind of in the right. Ну и замок колдуньи, состоящий из двух секций. Мы пропустили все мини-боссов, какие были возможны, а их тут три было бы, если издание полное, оно полное. Не было бы только Кратоса, который только на плойке достался. Я надеюсь, он нам покажет секретный уровень Battletoads, и также его быстро пройдет. Хотя на это, видимо, может специально донат грубый был, но я бы показал. Слишком ностальгирующий уровень, чтобы не показать. Да, постоянно меняющийся ландшафт данного уровня не дает ему максимально быстро проходить уровень. Потому что тебя просто предает, тоже будет смерть мгновенная. Безопасность только центр. Жидкие самураи. Бывают с мечами, бывают с луками. Ну... Соберись. Подожди, да. Зубастый заяц засейвился. Ну там, не знаю, чего он тут опасается, здесь опасаться нечего. Засейвиться можно лучше босса конкретно. А, здесь проход вот здесь конкретно, только одна секция, там непроходимые стены были. Ну вот сейв для у босса, да, засейвился. Второй раз черный рыцарь, используем клоуна и максимально быстро, скорее всего, тоже убьет его. Надеюсь. Крылья он даже не успеет распустить, а так-то у него есть силы, и он меняет стадию свою и распускает крылья. Использовать часть сил колдуньи. Специальные атаки даже использует. О, нам показали крылья. По крайней мере, только крылья нам успели показать. Метеориты призывать он еще не показал. Не успел. Метеорита добраться.
time for a few more donations. This is космоса. Latmacky chips in a fiver and says, thank you, Muncha, for making GDQs awesome for runners and everyone. Let's have $5 from Canadian Insomniac. First time I've caught a GDQ live. Так, мы дошли до замка данного ордена, конкретно всех рыцарей. И нас ждет уровень с босс рашем. Топовая музыка. Такая расслабляющая. Аж комментаторы замолчали и наслаждаются. Yes, and I just passed it. Yeah, that is one of them. Просто пролетает сверху. Полностью. Опасный данный сектор. Detection that Plague Knight and Spectre Knight have. This category would be a little bit easier. Да, стенка такая же. Like there's sometimes where I'll try and do stuff because I have the burst jump and then I die to a pit and I'm like, why? Если тебя придавит или пол пропадет раньше, чем ты запрыгнешь выше или спрыгнешь с платформы, тоже будет смерть. Если не знать, где расположен, конкретно в каком направлении двигаться, а тут неоднозначная ситуация, хоть стены и двигаются, но ты можешь пойти в направлении в том, в котором на самом деле тупик. То есть пойдешь налево, а там тупик. Хотя стены все указывают тебе на то, что слева-то как бы, вот он выход, друг. Он знает, как расположены, как прогружаются блоки. Ну, зафейлил, да? В оригинальном бэспидране, да? В ране. Он знает, как прогружаются блоки, он просто по блокам поднимается наверх. И вот карта поднимается, а он уже стоит наверху и ждет. Закуривает сигарету, выпивает чашку кофе, не знаю, что он там делает. Ну, просто вот как сейчас, да? Он бы стоял уже у выхода. Как только до конца прогрузится, можно идти дальше. Три блюда и не каждый из них с нужными. С яблоками или бонусами, которые мы нужны. Бывают ловушки, там бомбы лежат. Не знаю, что он чилит. Да. На что засмотрелся, инженерный босс уже как бы фаза пошла. Клона, где клон? Вот клон. It matters more for like regular people because there's certain orders that you don't want to get just because of your magic amounts. The same is still. После каждого босса будут давать курицу, чтобы восполнить ХП. Иначе бы босс файт местами был бы непроходим просто. Для казуального прохождения. Со спидранин, конечно, этот босс файт не вызывает трудности. Чародейка может вызвать трудности. Если быть невнимательным. Причем не столько вторая фаза, сколько первая. Вторая фаза максимально быстро проходит с данного рыцаря. С его-то реликтами. И опять дотянул до того, что он блоки призвал. Чинмай. Из всех боссов самые опасные боссы только со своими механиками. Ярко выраженными. То есть это вот призрачный рыцарь. Ну для казуала опять же. Проблемы могут составить. Те, которые не стоят на месте. Anyway, he's dead. Первый раз увидели, как корабль его выстреливает снаряды, бомбочки. Вместо больших снарядов. Ну, до сундука, да.
Если бы сундук активировался бы, затянулся бы тоже босс-файт. На немножко. Появляются платформы из ниоткуда. Потому что иначе бы проблематично было доставать до босса. Он не летает по прямой, он летает по дуге. Не стоит на месте, телепортируется. Призывает свою косу. И все это затягивает босс-файт с ним. В итоге дожили даже до ночи, когда он призывал бы скелетов сейчас. Себе на помощь. Да, донат был сохранить рыцари. Это не висят. Он всех спасает, всех от котов. Закинул обратно на платформу. И открывается последняя локация. Непосредственно чародейка. Надеюсь, не зафейлит. Довольно простой. Простая часть с разрушающимся полом, но все равно тоже может. Одну из стенок пропустить. Ворота там откроются прямо перед ним. И он зафейлил. А, он вот так вот, да, с помощью перчатки. Ну, так-то, так-то, конечно, да. Легко и просто можно скипнуть эту часть. Ну, конечно, да, прыгнет сейчас, да, и просто пролетит все это дело. Обычный бы рыцарь мучился бы вот на это, в темноте он... То есть, если ты по памяти только запомнишь, где как блоки появляются, тогда ты максимально быстро пробегаешь. Не один раз надо проходить уровень. Вот чародейка. Непосредственно босс. Последний. Проблема сейчас в ней заключается в том, что да, она разрушает пол, и он не успел убить ее до стадии, когда она провалится вниз. Так как последний удар, он поэтому нанес ей. Если был бы не последний, он бы так не рисковал. Ждал бы, когда она снова поднимется наверх. На самом деле, чародейка была щиторыцарь. Это так, поздний чародейка. На самом деле, вторая чародейка выглядит не так. Вот ее настоящая форма. И теперь щиторыцарь нам помогает. Дефает нас щитом и ставит щит, чтобы мы прыгнули на уровень. Чародейка, но так-то это нам не нужно. И все, и босс файт короткий был. Вторая стадия. Амибо, да. Обязательно фигурку Амибо надо было показать. Иначе бы как бы он играл без нее. Очень трогательная история, если это смотреть титры до конца. Я не знаю, покажет он, не покажет. И покажет ли он бонус левел. Посмотрим. Он титры может просто ускорить, промотать. Я думаю, он за этим взял джойстик. Чтобы показать, чем вообще кончается игра. Нам показывают, что произошло, когда нам не покажут, да? Вот жалко. I'm gonna read a few donations before we go to some ads here. Got a $15 donation from Shy, no comment. Dark Astora dropped in 20 with no comment. Dante 150. Это был раунд. No comment. $10 from Anonymous. And Dr. Goldfire 205 with another $25 donation. Thank you all so much. Спойлерить я не буду концовку после титра. Кому интересно, тот посмотрит, поиграет. Игра-то вот стоит. Остальные, кто уже играл, и так знают, чем кончается. Так, что у нас дальше? Dead Cells на 20 минут. Ну, как обычно, да? Собираем Dead Cells. Слишком много спойлеров, придется не смотреть данный раунд. Потому что
игра все еще не пройдена. Ну, это мое комментирование закончится. Полностью. Все игры, какие я брал. Ожидаем. Кто будет дальше? Welcome back from the break, everybody. Wanted to let you all know that that Super Punch-Out blindfolded race is still a little bit away from being met. Need $5,000 to make that challenge get met, and right now we're sitting at just under $3,000, so let's get those donations in. We definitely still have time to make that happen. A few more donations came in at the end of that run, though. $20 from Zaxo. Said this Shovel Knight run is insane. Can't wait for the new game and see how people destroy that too. $25 from Annoying Flowers. Says my favorite game on my favorite gaming event promoting one of my favorite charities. Could not donate. Amazing run so far, you got this. Наушники за 2,5 рубля. Почему она работает так в Дискорде? Конкретно на стриме, кто не знает. В самом Дискорде она работает прекрасно. We'll be seeing that shortly. But first we got to hear from Care Bear 25, who donated $50.25, saying super excited to be sitting in the first row of GDQX with my friend Ben. Shout out to my wife Carly for staying home and watching her kids so I could attend this event in person hype. Another $100 from RG178 says, Здравствуйте. Все, передаю тебе. Стафету тоже. Удачи. Я закончил. Пойду отдыхать. Пока. Good morning, everyone. My name is Liz Starr, and I'll be your host for the next few runs. I just want to let you all know what we're doing here today. We're here to raise money for Able Gamers. There are millions of people with disabilities who can't play video games without expensive, specialized equipment. The Able Gamers charity helps gamers with disabilities by providing that equipment free of charge.
Their mission is to create opportunities that enable play in order to combat social isolation, foster inclusive communities, and improve the quality of life for people with disabilities. Thank you all so much for your donations. If you want something to donate towards, the Super Punch-Out Blindfolded race is about 2,000 away. That's Zallard versus Hootie. You definitely don't want to miss it. Speaking of donations, let me read some of yours here. We have $20 from Crow of Murder 15. Can't wait for the Dead Cells run. It has quickly become my favorite roguelike game of the past year. Also, huge shout out to all the runners and everyone behind the scenes making this amazing event possible for a great cause. Game on. Thank you so much. It's pretty early in the morning, and a lot of us had to wake up around 5, so we're getting set up here for the Dead Cells run. Just give us a few minutes. Так, слышно ли меня вообще? И как меня слышно, что очень важно? We have $25 from Velox129. No message, but sometimes no message is metaphorical. You send a great message with that donation. Thank you. Ну, приятно слышать, что меня хорошо слышать. Долго же эти долгие сетапы. We have a nice $100 donation by Jinno. Here's to making this Pokemon run show what my mom sees when she plays Pokemon. Pikachu everywhere. Are you kids playing that Pikachu game in there? $5 by Genpo. Great runs, great charity, great host. Had to donate now. Hi, Liz. Hello.
have $20 from Mythchild with no message. Thank you so much. And we have $15 from Pesit. I believe that's how you pronounce that. With Blindfolded Punch Out. Let's go! And again, that will be very soon, in just an hour. So be sure to get those donations in.